Давайте еще раз посмотрим на цель обучения. На цель обучения – участвовать в диалоге по предложенной теме, аргументируя свою точку зрения. Давайте посмотрим, что же у вас получилось. Диалог в соответствии с темой, соблюдая структуру. Составляет диалог в соответствии с темой. Составляет диалог в соответствии с темой. Составляет диалог в соответствии с темой. То есть вы все первым критерием выделили составление диалога в соответствии с темой. Оп, выделила, что обязательно нужно соблюдать структуру. Значит, второй критерий оценивания – это соблюдение структуры диалога. Хорошо. Что еще важно в этой цели? Что еще важно? Описывать проблематику, хорошо. Но еще что? Аргументировать. Давайте посмотрим. Приводить полные, четкие аргументы. Приводить аргументы в защиту своей точки зрения. Аргументировать. Аргументировать, подтверждать, аргументировать. То есть еще один важный критерий к этой цели – это аргументирует свою точку зрения. Хорошо. Построение монологического высказывания, диалогического высказывания – это